базы новые создать, новый флот, чтобы все кипело, гудело, гремело. И десантировать наших следователей, арестовать всех, кто там занимается, совершает преступления. То есть надо, так сказать, последняя моя фраза. Ужель не могут наши командиры чужие изорвать мундиры, а русские штыки? Что вы не встали, ЛДПР? Чего вы сидите, напрягаете? Я сказал, встаньте! Бежали, что за хло? А я на карандаш возьму. Видите, как? Боясь. Владимир Владимирович, даже в одной партии благодаря мне пришли, и все боятся. А вдруг не так? А вдруг сейчас Владимир скажет, это не надо нам. И побегу в Единую Россию записываться. Не-не, ваши не побегут, я уже знаю. Но хочу, поскольку у нас все-таки трансляция и запись, телевизионная. Хочу сказать, все, что было сказано Владимиром Вольфовичем, это его личное мнение. Не всегда совпадает с официальной позицией Российской Федерации. Да, ну, зажигает красиво. Пожалуйста.